В рамках республиканской акции «Не прожигай свою жизнь» работники Мозырского районного подразделения МЧС совместно с активистами молодежной организации спасателей пожарных провели яркое мероприятие в общественном транспорте, на остановках и автовокзале. Спасатели и их юные помощники рассказали жителям города о пожарах, которые произошли из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Тем, кто курит, предлагали обменять сигарету на конфету, а также активно пропагандировали отказ от вредной привычки. Все участники мероприятия получили наглядно изобразительную продукцию противопожарного характера.